Днем 24 июня в отдельную специализированную роту дорожно-патрульной службы госавтоинспекции Магаданской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 1998 километре федеральной автодороги Колыма. Прибывшими на место сотрудниками госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля Nissan Bluebird при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил встречное столкновение с автомобилем ГАЗ, который находился под управлением 33-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Bluebird от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Очевидцев данного происшествия просят обратиться в госавтоинспекцию Магаданской области по телефону 696-020-65-35-23.